Ну что, всем привет. В общем, как я вернулся в Сочи, я погрузился в работу. Ничего интересного особо у меня не происходит. Хотя нет, в работе у меня происходят движухи. Нет времени ни монтировать, ни снимать что-либо. Пока есть дела, занимаюсь исключительно этим. Сегодня вечером решил, что было бы, наверное, здорово поехать и купить джинсы. Поеду в европейские, куплю, наверное. Короче, вот я полетел, сейчас попробую, возможно, что-то поснимать. Потом нужно проверить о том, что машина припаркована правильно. После этого завершайте парковку. И вон он, европейский. До сих пор одним из обязательных условий нахождения в торговых центрах является наличие маски, ну и по возможности перчаток. Но у большинства людей они просто висят снизу, и как наличие для людей достаточно. Некоторые люди просто ходят без масок. Маску мне прислала мама, поэтому здесь не откидались. Черные. Успел залететь еще в магазин Street Beat, хотел посмотреть какие-то кроссовки, но, к сожалению, у них вообще выбора нет. Заинтересовали меня кроссовки Nike, TN-ки, Air Max. Вообще в них, если честно, не разбираюсь, но они мне понравились, как выглядят. Поэтому я думаю, что в ближайшее время я помониторю, где их можно, ну, скорее всего, возьму. О, ёптать, вы что, здесь, что ли? Здорово. Не прошло и двух дней, как я решил сходить на концерт Антохи МС. Кто такой, я думаю, вы прекрасно знаете, но вкратце расскажу о том, что мое знакомство с творчеством данного человека произошло где-то лет 6 назад, а может быть и 8. Точно помню, как я с утра проснулся и включил Муз-ТВ. Там какая-то была программа, которая давала возможности проявить себя новым людям, которые не были известны. Там вот я послушал его программу буквально 2 дня назад, как вы уже увидели. Меня товарищ приглашал в Гипси. Мы сходили туда, там выступал Арти Кости. В общем, пятница, уже суббота. Абсолютно случайно, уже практически планировал идти домой спать. Звонил товарищ. Пойдем на концерт Арти Кости. Я не смог отказать. Очень круто. Ну и буквально вчера вечером я сидел и задумался о том, что было бы здорово посетить какое-либо мероприятие. Абсолютно случайно мне в Ютубе выпала рекомендация о том, что Антоха МС там на каком-то радио. Эта запись была еще 2017 года. Тем не менее, я посмотрел билеты, и меня очень сильно удивило то, что через день будет данное мероприятие. Хотя будет в том же клубе. Недолго размышляя, я купил билет. Вот уже, если честно, немножечко опаздываю. Я думаю, там как раз вся подготовка и все такое. Поэтому наверняка я приду вовремя. Решил взять с собой камеру, посмотрим, поснимаю что-то. Все, настрой со мной, когда на небе я с того времен, я сын и я, хороший настрой всегда со мной, когда на небе я с того времен, я сын и я, хороший настрой со мной.
Я сын и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе я встал время. Я сын и я, хороший настрой со мной. Когда на небе я встал время. Я сын и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе я встал время. Я сын и я, хороший настрой со мной. В общем, вот так вот можно проводить в Москве уикенды, выходные, либо просто будние дни. Здесь большое обилие всяких концертов, магазинов, мест, мероприятий. В одном из своих роликов упоминал о том, что пока вы молоды, действуйте, дерзайте. Это большой город с большими возможностями. Пробуйте, приезжайте, смотрите, как здесь здорово. Получится — зацепитесь, не получится — не зацепитесь. По-моему, круто. Это возможность. Ну и немного откровений. Что-то я не знаю, в общем, что рассказывать, что говорить. Мне кажется, это совершенно не моя тематика — вести жизненный влог. Я думаю, наверное, надо с этим завязывать. И все-таки мне как-то больше нравится снимать что-то про автомобили. Ну, во всяком случае, хотя бы у меня приходит понимание, потому что я попробовал. Если бы я не попробовал, я бы даже этого не узнал. Все. Пока. Еду сейчас около Кремля и такой раз голову поворачиваю. Там стоит такой сочный капиндос. Он, кстати, сзади меня едет. Я говорю: стой, давай я тебя поснимаю, попробую. Это вот прям знак. Я шел, об этом рассуждал, и сейчас у нас получается что-то с этим сделать. Проверим сейчас. Привет, Артем. Представляешь, пытаюсь снимать видеоблог и понимаю, что это абсолютно не мое, и мне нравится что-то снимать про машины. Я поворачиваю голову, еду на самокате, и просто у тебя машина стоит. Я думаю, все. Это мой вариант. Короче, я поснимаю маленько твою машину. Поехали. Look at the sky.